Добрый вечер, друзья. Начинаем 109-й вебинар, если считать их обе серии. Так, будет интересный сюрприз, но это будет пониже. Пока у нас вебинары цепляются друг за друга, вспоминаем наш друг Углов Алексей. Привил на Тёрн, он прислал фотографию вдогонку Тёрна, а учебный фильм, а мы должны знать, что такое Тёрн. А якобы это одичавшая вишня, слива, одичавшая, но не одичавшая, она подвой великолепный. Значит, Алексей Углов, значит, взял ее. Я ему прислал вот эти веточки, вот они. Я напоминаю, потому что продолжение будет. И получил он вот это. Я сказал, береги, как зеницу ока. Если власть поменяется, когда-то придет настоящий ученый, главное качество должно быть любознательность. Вот. Они за 10 тысяч ответочку выкупят. Вот такой вот. Только уже с вашего. Вот это. Ну, это по ходу. Значит, что еще вы сообщили? Уссурийская груша приведут для себя. Так вот, гражданин Углов, если я делил всех садоводов, 95 это просто дачники, им голову не придет прививать. Остальные 5 это прививальщики, 5%, но их доля падает. А из этих 5%, 0,01% это вы сюда попали, иначе бы стали бы у меня выписывать дикую уссурийскую грушу для семян. Далеко пойдете, гражданин Углов, если вас не остановят, как меня пытались остановить. Но об этом пониже. Так, пойдем дальше. Читаю. Я всегда не упускаю ни одного случая. Вот это для меня, есть такое выражение, terra incognita, в общем, земля неизвестная. Смотрите, важнейшее письмо. Купил несколько нектаринов, косточки расколол, я покороче. Талая вода, замочил, мох, теплое место, через 3-4 дня в 100% появляются корешки. Заметьте, расколол, высадил горшки, деревня постоянное место, не появится тройный корень, на холм. За лето вырастет 7 сантиметров, буду знать, как перезимует. Результат сообщу. Попробуйте не сообщить. Я увидите ваш электронный адрес. Я начинаю вас раскручивать, как одного из будущих авторитетов, настоящих. Далее идем. А, кстати, не хватает вашего фейса, или как там по-английски фейс, да? Вашего фейса не хватает. Так вот, лица в смысле. Фотографии. Понятно. А вы еще не успокоились. У вас были заказаны, это у меня, косточки, сливки, тайки, красно-синие, уссурийки, желтые. Сертификация в холодильнике. То, что не проткнулось весной, закопал в землю цветочек в горшке. Находили в земле до весны 2020 года. Но и весной не проклюнулись. Ну все, казалось бы, все на этом. Вот. Это я бы сказал, все. Тогда я опять взял и расколол аккуратно косточки. А ядрышки мох и в теплое место. И опять ядрышки дали корешки. Но в этом случае, после появления корешков, усаживал сразу в землю. Колол в тисках, это тоже важно. А то можно взять молоток, если не сообразить. Надо было это все сфотографировать. Но я как-то не подумал. Ничего, мы с вами начинаем новую жизнь. Я не знаю, кто вы. Токарь, пекарь, аптекарь. Теперь вы садовод. Вот. Уже сейчас для меня есть как бы, пусть она виртуальная, но это высшая лига. Вот благодаря этому вы уже в высшей лиге. Благодаря одной и опыту сын ошибок трудных. Вот он. Ведь я же этого не мог рассказать, потому что я так не делал. Видите, как хорошо, что у нас есть своя команда.